Добыча угля в Магаданской области увеличилась почти вдвое по сравнению с прошлым годом. За первый квартал этого года 223 тысячи тонн, годом ранее 120 тысяч. Твердое топливо в регионе добывают три предприятия. 70% от общего объема добычи обеспечивает Колымская угольная компания. Она отрабатывает запасы Верхне-Аркоголинского каменно-угольного месторождения. Остальной объем приходится на Ассоциацию делового сотрудничества и Северо-Восточную угольную компанию.